Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю играть в Minecraft, и в принципе, что я хотел перед началом видео сказать? А хотел сказать о том, то, что я где-то дня три назад уже записывал вторую серию, но она получилась достаточно скучной, поэтому, ребята, я в принципе ее заснял, да, я сейчас буду в другом месте. Я решил записать, короче, новую серию, которую вы сейчас, в принципе, увидите, да. И, в принципе, ладно, ребята, в принципе, будем начинать, сейчас я заспавню в другом месте, да, в принципе, ну и, в принципе, давайте начинать, погнали. Что я искал? Я где-то примерно на этом месте. А где у нас дом? Не покажешь, да? Не покажет. Или просто не освещено. Не, не покажет. Короче, смотрите-ка. Вода там. Сейчас, я еще раз, подождите. Так, мы должны идти. Что это за дом вообще? Секунду, это дом? Или... Нет, убился. Окей, где-то куда-то туда надо идти. Вы, наверное, спросите, куда я иду. Я хочу найти башню разрушенную, которую видел в первой серии. Но я такой молодец, то, что не мог просто взять перед записью этого видео. И знаете, что сделать? Правильно, найти, то есть увидеть на видео, куда я шел. Ну, в принципе, я в любом случае уже нашел эту крепость. В принципе, окей, да. Хорошо. В принципе, это достаточно несложно было. Достаточно близко оказалось. Это прикольно. Сборочка все же 37 модов. Блин, вот от него надо отойти. Да тут вообще от всех надо отходить, честное слово. Да. Так, ну окей. Я просто всякой еды поем такой вот. Она чуть-чуть восстанавливает. Окей. Свинка. Так, смотрите-ка, вот что я нашел. Нет. Не-не-не-не-не. Спасибо. Спасибо. В принципе, я одной из такой крепости выживал один, то есть не на запись. А просто выживал, проверял мир сбоку, все такое. Тут есть всякие прикольные данжики, вроде как, сундучки. И можно немножко плутаться. Заодно здесь есть кровать. Да, кровать здесь есть. Это на самом деле очень клево. Так, вот это было круто. Вот это круто. Смотрите, у меня какая боль-то крутая. Пушку покажу позже. Телепахну сейчас по меточке. В принципе, неплохое место. Я на всякий случай здесь напишу башню. Ну, типа, может быть, я ее чинить когда-нибудь буду. Башня. Это не башня? Ну, ладно. Пускай будет башня, пофигу. Это не башня, это... Ну, я не знаю, что. Я не знаю, городок какой-то, типа... Крепость. Наверное, ну, крепость как-то больше, да. Крепость это как-то... Наверное, крепости есть, в принципе, ладно. Где-то тут еще есть. Блин, только бы волчара бы меня не съела. А я имею сейчас паук съест. Мне сейчас паук съест. Тихо. Ой-ой-ой. Блин, а что тут все разрушено? Я думал, то, что они одинаково спавнятся. А смотрите-ка, здесь намного все разрушеннее, чем в прошлом данже. Который я без записи, короче, делал. Проверял. Что я забыл в первой серии сказать? Я забыл сказать про свой, ребята, прошлый канал, на котором я снимал примерно такую же сборку. Ну, то есть, были, конечно, немножко другие моды. Не так было хардкорно, как здесь. Но все равно было достаточно интересно. Там, короче, этот самый был же... Что лагает? А, херобрин. Я поставил, кстати, тотем херобрина. И портал нашел. Отлично, отлично, портал. Потом расскажу, что за портал. Портал, если не забуду. А, я могу забыть. Поэтому, ребята, да. Порталы, если что, от мода... Ну, от разработчика Divine RPG, короче, Internal Isles. Примерно название выучил. Поэтому, да. Так, что я хотел сказать про второй канал? То, что я, короче, блин, все, короче, забыл. А смотрите-ка, тут, кстати, Хелвин был. Посмотрите на деревья. А может быть, он, кстати, только что это и сделал. Блин, тут волчары эти. Ты, ёпта, откуда ты взялась-то? Собака такая. Кстати, мини-карту можно, точнее, не карту, а индикатор сюда поставить, потому что карту я вниз перенес. О, зелька, неплохо. Ладно, телепортнемся домой. Короче, ребята, в принципе,
что я хотел вам сказать. Я хотел сказать про свой второй канал, которым, в принципе, и снимал примерно такую же сборку. Она называлась Minecraft с хаконами модами, да. В принципе, я думаю, когда-нибудь даже сделаю отдельное видео, расскажу про свой канал. Дайте на 100 подписчиков, да. На 100 подписчиков, да, что-нибудь такое. В принципе, сейчас у меня 93 подписчика. Поставил тотем на всякий случай, потому что до этого Хелбин не появлялся. То есть были всякие свиньи с белыми глазами, все такое там, коровки. Но все-таки решил так сделать. Теперь про пушку, да. Теперь про пушку. Короче, это как продолжение того старого летсплея, только с новым названием, с новой оболочкой, но на той же версии. Вот эта пушка, она выпала, короче, из монстра, вот этого красненького. Ну, я сейчас, думаю, покажу этот момент. Мне конец. А я умирать не хочу. Я умирать не хочу, ты слышишь, да? Майнкрафт, не лагай. Отлично. О! Что это? Это пушка! Нихера! Офигеть, это пушка, ребят, смотрите, у меня в руке пушка. Блин, это курица какая-то за мной бежит. По-моему, где-то тут есть она. Так, все. Ты ёп! Я не знаю, показал я ли этот момент или нет. Может быть, ну просто нету смысла. В принципе, я думаю, вы и так поняли, что за монстр. Первый сей видели в конце видео. Если там назад посмотреть, можно увидеть. Пушечка хорошая. Она без патронов, то есть я могу стрелять в кого угодно, в херабина. На тебе по лицу. Вот. Видите, да? Прочность. 988. Тут, кстати, немножко прочность разная. Здесь 987, а здесь 988. Окей. Так, с ресурсами. У нас тут есть, смотрите, как неплохая бронька такая, да. Жалко то, что нету нагрудника и штанов. Смотрите-ка. Я добыл немножко железка. Немножко тут шахту свою увеличил. Видите, вниз пошла. Вниз вот там. Да. Так, что я тут добыл? 6 железа. А, нет, точно, еще тут есть. Отлично. А угля, кстати, мало. Угля вообще нету. Чего мало? Тут его вообще нету. Окей. Давайте переплавим. Пожарим, точнее. Тут 5 досок хватит, это полюбас. Блин, я даже не знаю, что есть. Надо ждать еду. Что делать-то? Чтоб хотя бы бегать можно было. Потому что в этой сборке у меня восстанавливается и так хп. Я сейчас вот так вот покушаю, и сейчас вы будете видеть, как это сердечко восстановится. То есть я полностью не покушал. О, видите? Только что восстановилось на ваших глазах. Так, уже лагает из-за херабина. Убираем баги Майнкрафта. Да. Туман ли, что еще из-за них вылетать на пипи. Короче. Все, короче, по меткам делать будем. Извините, то, что я такой неадекватный. Ну, окей, да. Ну, мы вы привыкли, поэтому ладно. Да. К чему, интересно, привыкли, ну ладно. Я вроде как... Ну, хотя были ролики, где я неадекватный, поэтому ладно. Так, окей. И железка. Блин, по одним меткам телепортируется, это уже как читерство. Слышали звук, да? Он такой тихий был. Ну, ладно. Единичку удаляем. Телепортироваться я домой не буду, я дойду пешком, я умею, да. Хотя это надо было раньше делать. Кстати, вот смотрите-ка, только, блин, нашел кровать в том данже, теперь, блин, везде овечки есть. А в прошлой серии их не было. Смотрите-ка, смотрите, как их много. Кстати, здесь есть плюс, то что... Да пошел ты нафиг, Хербин, я тебя не боюсь. Я хоть и снимаю опять вечером... На, по лицу. Короче, есть у меня такой индикатор, я сейчас в монтаже покажу. Пошел нахер, я тебе по лицу дам. Короче. Ой, ты ёпта, я бежать уже не могу. Смотрите, он быстрее меня бежит, беги, беги. А у меня, если потом на медленнее, подождите, все. Я блин добенький, смотрите, белые глаза. Ух ты. Пошел нахер. Короче, видите, вот эта красная херобора? Я показал в монтаже, короче, приблизил. Короче... Благодаря нее это как энергия. Как. Блин, я забыл, как это называется. Да. Мне кажется, я все забываю, что нужно, да, не забывать. Ну окей, ну типа вот эта белая энергия. Я вот, блин, не помню, реально, как это слово называется. Чего? А он что, стал страшнее? Нихера себе, смотрите, какой он страшный стал. Он, по-моему, таким не был. Или у него просто шлем сломался, не знаю.
Вот собака взяла, убила меня. Так, окей. Человек какой-то бешеный сегодня. Я... Куда? Взял ко мне домой, поплыл, нифига. Ладно, короче, сегодня мы займемся чем-нибудь другим, я думаю. Ну, я не знаю, в принципе, чем заняться. Можно попробовать немножечко хотя бы напасть на этот самый... Пошел... У-ху-ху. Чего? Дак? Железный слиток? Это из Эбисалкрафта, да? Окей. Сейчас отнесем. Блин, броня нужна, броня. Сделаем броню, наверное. Давайте хотя бы нагрудник. Я хочу экономить железо. Я не хочу сейчас много тратить. Мечик сделаем. Ну, может быть, я не знаю. Давайте кирку. Мечик. Отлично. Делаем мечик. Делаем мечик. Кирочка. Все, отлично. Кирочка на всякий случай. Меч тоже. Но меча точно не хватит. Я не хочу сейчас тратить много ресурсов. Нагрудника хватит, я думаю. Здесь и так тебя... Даже если у меня будет полный сет железки, меня это все равно не спасет, поэтому я не вижу большого смысла тратить первоначальные ресурсы свои, да. Ах ты посмотри, Хербин около этой штучки построился. У меня пушка, Хербин, ты лучше бойся меня. Эта пушка, по-моему, процента 3 с шансом выпадает. Потому что я эти красные штуки убивал не раз, как бы. Ну, я же и другие видео снимал, и просто играл. Из них, естественно, не постоянно выпадает пушка. Это как-то нечестно будет. Да. Редстоун факела. Блин, аж FPS упал. Это, наверное, Херобин, либо это я просто FPS упал. А может быть и то. Не знаю. Это что? Не понял. А вот это я не понял. Так, еще один блок. Блин. Жалко то, что здесь нету второй руки. Как и в 1.9 в Майнкрафте. Блин, фига бы сломается забор. Каменный киркой. Так, тихо. О! Что? Ты откуда? Ба-б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 а. Пошел нафиг, собака такая. Ба-ба-ба. 26 кп, нихера жесткий скелетон. Блин, тут без блоков делать нечего. Без блоков делать нечего. Короче, мы вот так сделаем опять по-хитрому. По-хитрому. О. Так, это я включил. Режим камеры. Топорик, чтобы дерево ломать. Это блоки все-таки. Да и плюс можно отсюда просто взять. Сойдет. Столько блоков, что нормально. Сойдет. Зашибись. Все четко. Фух. Так. Убрал. Убрал. Так. У нас есть уже портал, кстати. Но туда очень опасно суваться. Бля, она херачит почти. Она по 20 хп херачит. Это очень жесткая пушка. Ты ёпта! Что ты делаешь-то? Кто меня херачит? Кто? Молния какая-то? Я молодец, я красавчик, отлично. Ух ты, ёпта! Блин, сколько я уже сказал ёпта? Вы, конечно, извините, то, что я так немножко матерюсь, но... Это страшно, поймите меня, да. Это страшновато немножко. Это реально страшновато, поэтому... Немножко кричу, визжу. А по-моему ты вообще не здесь должен быть, собака. А чё его вообще не... Это босс был. Лучший просто, чувак. Лучший. Даже штаны крафтить не приходится. Железные штаны всего лишь на пол защиты больше. А эти еще на Protection 2. Вообще офигенно. Вот за это спасибо. За это спасибо. Мне сейчас сдохну. Ух ты, ёпта! На! Отлично. На тебе факел. Пам. Па-па-пам. Мудила, где ты? Я не вижу, я слепой. А-а-а! Ты ехера! Вот это было сильно. Шмоточки, шмоточки. А-а-а! Блин. Что мне делать? Бежим. Мудила, мудила. Ушел отсюда. Собака такая... Так, интересно, а если вот так сделать? Ой. Знаете, почему я ору? Потому что он очень быстро бегает, и мне кажется, то, что он в любой момент забежит ко мне. Думаю, вы и так это уже поняли. Все, ты не поедешь. Собака Мудин. Это босс, что ли? Lord of the World. Нихера. Стрелять, получится стрелять. Так, наверное, половину, да? Давай, жду. Долго.
А ты синенькая или какая? Что вообще не работает, не наполняется никак. А, не, пошла, все, зашибись. Странная херня. Да не работает, ну это фигня, это подстава. Огромное тебе спасибо, то, что ты на месте стоишь. Не делай. Ты посмотри на него. Ну куда ты побежала-то, а? Он меня боится, мне кажется. Так, тихо. Я слышу ифритов. Это, наверное, на нижнем... Умри, сволочь, мразь. Откуда ты бьешься, на? О, уже железные. Прокачиваем скилл, отлично. Он что, здесь спавнится? Где спавнит? Ну-ка, расскажи мне. Так, все. Фух. Так, все-таки карту я наверх сделаю, потому что, видите, она немножко касается. Это не очень приятно. Блин, ну, ребята, штурм данжа такой, да. В принципе, ладно. Ребят, вы пишите комментарии, что вам нравится в этом летсплее. Может, ну, я как бы буду стараться как-то под вас сборочку делать интересную. Блин, доски, я тупой. Ни хера зомбяна. Да боже, теперь еще вот это надо менять вот так вот. Офигенно вообще, супер. Все, теперь точно не надо ничего. Ребят, я думаю, отсюда пора свалить, потому что сейчас ночь, а я как бы не хочу по-тупому поступать. 9 рублей, может, яблочко добуду. О, прям с первого, отлично. Так, посажу, я же все-таки хороший человек. Я не хочу, чтобы 9 не было. Это как бы и мне плохо в будущем будет. Короче, знаете, чем мы сейчас займемся? Блин, потатэма херобнина прям так хорошо ориентируется, это вообще жесть. По нему прям так хорошо. Мостик, как видите, тут построили немножко, то есть... ну, чтобы проходить было. Вот тут тоже надо построить. Вообще тут на гигантский мост, надо просто воду убрать, будет. А у меня, кстати, есть тут такая палочка, которая все быстро делает. А, кстати, по-моему, нету. Обидно. Обидно. Тут у нас есть чизел, который блоки меняет. Ну, типа, красивее сделать их. Это одна вещь. Нам нужна другая. Окей. Для начала мы поменяем меч, во-первых. Вот так вот. Короче, пишите в комментариях, что мне делать с этой пушкой. Может быть, ее сохранить пока что для боссов каким-нибудь. Ну, потому что она... У нее 1000 прочности. Я, конечно, понимаю, то, что это много, все такое. Ну, я не знаю, попользоваться, может быть, 300 прочности, потерять и все. Это как бы она все равно долгая, вечная, потому что она же не очень быстро стреляет, поэтому ладно. Какие-то мастард сид, то есть семечки какие-то. Фух, окей. Поспим, кстати. Кровать такая незаметная. Пока что, как вы видите, индикатор все-таки пишет very easy. Это, наверное, может быть, сей через 5. Будет как-то постепенно что-то меняться. За кадром я, знаете, как подумал? Я буду за кадром что-то строить, но я буду это делать на запись. То есть, если меня вдруг напугает херобрин, чтобы, ну, типа, испугаться, и вы это видели, как бы, да. Типа, да. Почему бы и нет? Как-то так. Сейчас я немножко домом займусь. Потому что, ну, это слишком, ребята, это слишком жестокий дом какой-то. Хотя бы чуть-чуть. Коробочку хотя бы ровную надо делать. Все-таки что-что? Майнкрафт это строительная игра, мы как бы должны здесь всякое строить. Да. И пространство так больше будет. Уже неплохо. Неплохо, неплохо. Эта лопата, кстати, побыстрее каменная, мне кажется, ломает. Вот этот Dark Stone. Это черный камень, я так понимаю, да? Dark это черный? Я ошибаюсь. А фиг его знает. Короче, окей. Я просто в этом сомневаюсь. Что я правильно говорю. Так. Вот, смотрите, вот единственная проблема, то, что я... Смотрите, как тут сделал. У меня вот тут написано режим рецептов. Но когда я нажимаю сюда куда-нибудь, я забираю блоки. Вот такая вот, ребята, проблемка. Поэтому, ребята, извините, но вот... К сожалению, читать я могу. Я не знаю, как это связано, как... В чем проблема.
Окей, давайте соберем вещи. Хотя можно было просто сундук сломать. Я гениальный, как всегда. Да что, ну да что это? Капец. Жесть. О, отлично. Вот сюда все скинем. Так, отлично. Отлично. Ой, это случайно. Ну, в принципе, мне это не помешало. Так, окей. Блин, надо было не сюда ставить, но я гениальный просто человек, просто лучше не бывает. Просто самый гениальный. Ну ладно, сундук не особо мешать дому, думаю, будет. Ой, блин, подождите. Я не согласен на это жилье. Да. Я не согласен, ребята. Так, ну, короче, сегодня такая хозяйственная сея будет. Деревья посадим, всякие другие семечки, которые у нас тут есть. Их не особо много, конечно, ну ладно. Ну да ладно. Эта лопата, кстати, неплохо мне так помогла. Она реально быстрее камень ломает, я вам отвечаю. Это правда так. Так, отлично. Можно, конечно, с других досок было, ну, можно было сделать, но все-таки... Все-таки, мне кажется, так лучше. Хотя пол... Пол можно было другим сделать. Ну, в принципе, знаете, я вам сейчас чизел сделаю. И себе тоже как бы. Да. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот чизел. Чизель или чизел. Фиг его знает. Окей. Я возьму доску, чтобы просто узнать, какие тут блоки есть. Вот какие тут есть. Для пола. Для пола. А для пола, наверное, тут и нету. Может, такие? Ну, что-то фигня какая-то. Вот так вот можно поделать. Тоже фигня какая-то. Это обычная доска. Ну, блин. Честное слово, типа... Вот такую... Блин, ну, я не знаю. Я не знаю. Блин, ладно, мы займемся этим позже. Это слишком долго. Это тоже сюда. Так, смотрите-ка. Сейчас тактика. Лопату сюда, кирка сюда, мотыгу... А, не, мы мотыгой. Подождите, мы же заняться этим захотели. А я что-то тут уже нападать еще на всех. Так, ну вроде как, кстати, монстров не особо много. Это меня не может не радовать. Тут немножко полом займусь. Чуть-чуть. Тотемхи объем специально здесь близко сделал. Да, конечно, огонь немножко мешает своим звуком. Но дело в том, то, что если его поставить дальше, ну, типа, его можно было, конечно, туда поставить. Я просто не хочу, чтобы Хиобин мой дом поджег. А если тотем около дома будет, то шанс намного меньше становится. Он, по-моему, около тотема вообще почти не спавнится. А может быть и не спавнится, я не знаю. Да. Окей. Блин, что-то как-то темновато. У меня максимально стоит... Максимально это нечестно. Давайте 80. Мне просто непривычно с плохой яркостью играть. Поэтому, ребята, постепенно будем уменьшать. Да. Привыкать, все такое. А вот эти, кстати, деревья, это которые я посадил. То есть я все вот эти порубил, а сейчас посадил, и их стало еще больше. О, боже, я просто самый... Я гениальный просто, да. Блин, кстати, дом надо было выше строить. Ну ладно. Мы просто тут везде землей потом замуруем все. И будет хорошо. Какую-нибудь платформу для деревьев сделаем. Ладно, пока что не будем мы тут особо мучиться. Так, ладно, дерево пускай растет, пока что не мешает мне. Давайте где-нибудь тут. Цветочек сюда. Чуть-чуть. Чуть-чуть, ребята. Чуть-чуть. Так, это, конечно, не те семечки, которые я хотел. Так, 0%, окей. А, тростник где-нибудь тоже. Он, правда, на той части... Ты что делаешь? А, блин, я думал, то, что я вот так вот сделал. А потом я понял то, что у меня мотыга есть, окей. Можно и сюда поставить, в принципе. Тут, конечно, проходить не очень приятно, ну ладно. Ладно, пофигу вообще на все. Сейчас это не главное, мне кажется. Мы дома будем еще много заниматься, да?
В принципе, для второй серии уже неплохо. То есть, ну, типа, домик у нас есть, какие-то если уже железка есть, в принципе. Какая-то броня. Конечно, можно уже сделать железные инструменты, но у меня пока что нету бесконечного железа. Ну, как бесконечного? Хотя бы, чтобы всегда оно было, то есть, какими-то частями. Посмотрите на этих мразей просто. Блин, еду забыл. А у меня там, наверное, только две свининки. Это очень плохо, конечно. Блин, ладно, я думаю, скоро мы закончим на этом серию. Так. Семечки быстренько посадим. И забудем про эту грядку. Я думаю, я постримлю скоро. Про эту сборочку, да? А потом начну всякие наездки делать с этой сборкой. Да. Почему бы и нет? Гениально просто. Так. Все, ребята. Как мы делаем? Это сюда... Целая одна еда, это круто, хилочка сойдет, это тоже съедобно, но полтора восстанавливает, нормально сойдет. Блоки, блоки, естественно, надо брать, это камень, у нас так останется, ну, давайте столько возьмем. 36. Там куча монстров, блин, а как мне защищаться-то от них, мне просто вот это интересно. Не знаю, ну лопату, это чтобы подкопаться на всякий случай. Кстати, неплохая идея. Я так сейчас подумал. Идея неплохая. В принципе, в следующей серии мы, наверное, немножко по путешествию, немножко погуляем по миру, вокруг дома. Нифига себе. Вот это было, конечно, красиво. Да, они тут и такое умеют, эти зомби. Они умеют плодиться, даже когда меня атакуют. Это гениально, окей. Блин, нифига у меня пушечка, конечно. Пушечка, да, действительно, гигантская пушела, блин. Еще не с той стороны пошел. Почему все на воде? У меня дом чуть-чуть на воде. Ну да, воду касается. И это прям вообще полностью почти на воде. Обходить приходится. Ну да, ну на воде прям три блока, которые там сдевают только поверхность. Понятно, зачем я наверх иду? Ладно. Такое чувство, как будто они. Как будто они сверху, а не снизу. Нихера, зомбяра. Ты чё делаешь, наркоман? Бля, это босс? А, это босс, походу. Это походу, босс. И это не шутка никакая. Первый босс, здрасте. А, блин, я подумал то, что он это самый. Невидимый стал. Тут очень много монстров, которые невидимые становятся. Не понял. Сейчас не понял. О, тогда еще ладно. Что? Чего? Окей. Это точно босс? Он как бы невидимый. Это не я его бью. У меня недостаточно всего. Блин, у меня точно с первого удара убьет. А! Не подходи ко мне. Меня что-то защищает. Да пошел ты нахер, слышь? Пошел-ка ты нафиг. Какие-то скелеты. Да зомби, ты что ты делаешь? Какой-то легкий босс. У него просто много хп и все, вся его опасность. Ну, конечно, умирать. Что его бьет, скелет, здрасте. Капец, долго, конечно, это все происходит. Да иди ты. О, о, о! Валим, валим! Тихо. А где мои каменные блоки? Потратил, что ли, уже все? Ушел отсюда. О, убьют! Сейчас прям опасно было. Он меня сейчас мог убить. Мне кажется, он с первого удара меня убить может. У хп по 100 хп... Блин, не того. Блин, вот это... отъехал от меня. Слышишь? Да почему я мажу? Это нечестно. Еще поставлю. Бля, надо скелеты уничтожить. Он тоже стреляет, я так понимаю. Да он стреляет! Блин, они со всех сторон. Как эту дырочку закрыть? Дырочка, ты закрываешься? Спасибо. Так, если что, химку пью. Она не особо восстанавливает, но все-таки спасет чуть-чуть. А, по ногам. Ясно, понятно. Так, все, валим, ребят, валим. Валим. Надо валить, опять ночь. Опять ночь, тут осветить хотя бы местность.
А вот тут, ребят, я советую поставить метку. Первый босс. Первый босс. Можно даже восклицательный знак поставить. Ну, Незер, типа, это хардкор, жестко. Давайте по цвету, типа, красный такой, типа, жесткий вообще хардкор. Ребят, в принципе, я думаю, на этом можно закончить видео, потому что, ну, как бы я все, в принципе, сделал, что сегодня смог, да. В принципе, сегодня я показал вам всякие прикольные штучки, немножко тут брони заработал, да. И, ребята, я, в принципе, что подумал, я думаю, мы пока что будем развиваться. В следующей серии мы займемся именно модами всякими, да. Потому что, я думаю, пора, типа, как, развиваться, смотреть какие-то маленькие хотя бы штучки, то есть как-то... Может быть, я буду копаться в шахте в следующей серии. Я не знаю, что будет в следующей серии. В принципе, не знаю, насколько серия вышла, может быть, минут на 25, я это в лучшем случае, я буду надеяться на это. Да. Всем спасибо, ребята. Кстати, я вам сейчас лайфхак покажу. Вот эта штука ломается очень медленно, если вот так вот сделать, она сразу... она вся сломалась. Блин. По-моему, раньше такого не было. Ну ладно. Всем, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Следующее, ну как бы следующее видео будет не по этому, ну типа, не по этой сборке, что-нибудь другое засниму. Потому что, ну как бы снимать одну сборку, надо как-то чи давать, поэтому. Поэтому, да. Буду разное снимать. Так, сейчас на меня еще херовина пойдет такая. Отошла. Отошла. Блин, еще, кстати, тыквы выпадают везде. Я про них совсем забыл. Тут, блин, мод на растение стоит. О, свинки, кстати, а чё они все повернуты назад так? Это что, херобина, что ли? Окей. Всем, как я уже сказал миллион раз, спасибо. Пока-пока. Удачи и увидимся в следующем видео. Там будем всякую прикольную штучку делать. Ну, конечно, пушка во второй серии, это вообще просто лучше не бывает, потому что пушка очень достаточно клёвая. Не на 5 урона, не на 4, хотя это было бы очень круто для второй серии, а сразу 20. Я так понимаю, дамаг здесь 20, да? Ну да, 20 дамага. Всем спасибо, пока-пока.